продолжает расти. В этом году наблюдали сильные пожары в Виктории. Мы боролись с ними несколько месяцев напролет. Конечно, такие тенденции пугают, и чем больше высыхает буш, тем чаще случаются пожары. Согласно последним данным, температура поднялась глобально на 0,8 градусов Цельсия. Виктория, второй по населенности штат Австралии, переживает один из самых страшных сезонов пожаров в истории.